себя на место ваших родных. И поэтому, Никитос, делай, Роман, все правильно, поправлять надо друг друга. Никита, не так. И поэтому, когда я вас прошу, парни, пожалуйста, относитесь друг к другу с уважением, с миролюбием, да, Иван? Сергей Геннадьевич, я, конечно, извиняюсь, но только что Никита кверху задницы лежал. Ну, это бывает, это может быть упражнение такое. Ты не извиняйся за... Что за его поведение извиняться? Он захочет сам извиниться. Ну, просто за выражение. Да? А, ну, ничего страшного, кверху задницы — это нормальное выражение. Иван, ты уже выпрыгнул, тебе надо... Парни, ребят... Пожалуйста, распределитесь по зеленому полу, чтобы вы не кучковались, распределитесь на равную. Вот. Ой-ой-ой, опасно. Распределитесь по зеленому. Никит, Моисеенко, упор лежа принять для тебя специально. Что сегодня упора нет? Знаешь почему? Потому что это будет основополагающее сейчас твое действие, которое приведет тебя к хорошим результатам физическим. Упор лежа принять, пожалуйста, братан. Нет, Никите. А все потому, что делают уже следующие, перешли уровень. Можно поддержание ему тоже сделать? Я хочу просто... Да, упор лежа прими, Роман, конечно. Никитос, давай, вот видишь, за тебя чуть-чуть старший брат, и Макар тоже за тебя, видишь, вместе. Сейчас вы вместе все справите. Упор лежа принять. Никит, Никит, Макар, Роман, и даже Мишаня, может быть, и Ваня, пожалуйста, отожмитесь хорошо 25 раз, хорошо и четко, грудью до пола. Торопиться не надо. Никитос, парни, смотри тоже. Знаешь, какая штука интересная? Они становятся сильнее. Конечно, по желанию. Это у нас один за всех и все за одного. Просто смотри, какая штука интересная, Никит. Парни, когда помогают тебе, они становятся сильнее. Но когда ты хитришь и, ну, получается, безрассудно и безалаберно относишься ко времени, ко средствам, потраченным твоим родным на твое воспитание, ты становишься не сильным. Не скажу, что ты слабее становишься, но как бы не очень сильным. А вот они становятся сильнее, потому что они разделяют с тобой твою участь, эту тяжелую. Я тебя понимаю прекрасно. Когда воспитан бабушкой, очень тяжело в мужском коллективе общаться. Но с другой стороны, Роман, да? Это воспитание может привести к тому, что надо быть мужчиной, правильно ведь или нет? Ром, скажи, надо? Родную бабушку защитить кому? Нам и мам родных, и бабушек, и тети, или кто кому защиту нужна, и помощь. Как? Или брату, или сестре. Да, но мужчины, понимаете, мужчины в наше время хоть и не совсем сильные, но они хотя бы понимают, как себя защитить. А женщины, к сожалению, стараются быть сильными, но очень много нервов, нервной энергии тратится на вот именно воспитание. Надо женщине позаботиться, чтобы все в ее же мировоззрении, чтобы все были сыты, одеты, обуты, счастливы и прочее, прочее. И очень много, к сожалению, девушки и женщины ставят на последнее место свою, наверное, спокойствие. В заботе, Ром или Никит, вот как ты думаешь, бабушка, когда за вас переживает, это хорошо или нет? Вот ей спокойно или нет, когда она переживает за что-то? Но если она переживает, я уже подсказку, да, в этом вопросе дал? Никит, бабушка переживает, ей спокойно? Нет. Это приятная система, когда она спокойна. Ну, это тяжело уснуть, тяжело находиться в спокойствии, это нервы, да, тратятся. Просто такая интересная штука, парни. Вот вы об этом думаете настолько редко о чужом спокойствии, а тем более о спокойствии наших родных, что даже сами на себя, получается, Никитос, да, сам на себя забиваешь. Как ты можешь? Это странно. Он даже и не делал. Просто валялся, мне кажется, тоже. Да я знаю, парни, я все... Вы думаете, я не вижу, что ли, что происходит? Никит, ты на расслабончике в честь 8 марта, что ли? Ага. Ты празднуешь 8 марта? Мы чили на расслабончике. Ага. Мне сейчас завтра и только лежать. Я сегодня со школы пошел на первую школу, купил торт. Да хоть на рецепту домой. Мне дальше бульвара идти. Ну ты пришел, принес? Ну и так, не надо лежать сзади. Парни. Парни. Ну, его завалили в хорошем смысле? Букеты? Ну, хорошо. Молодец, Макс, молодец, молодец. Только надо чуть-чуть другое упражнение. Я это слитка даю. Я в шопку не купила. Ладно, хорошо, парни. Хорошо, я понял. Никит, я понял. Очень удобная, да, у него поза, смотрите, какая. Примите сейчас, пожалуйста, такое положение. А летом здесь будет тренировка? Примите себе так, на бочок ляжите. На бочок ляжите. Роман, ногами туда развернись, пожалуйста. Ногами туда развернись. И сначала прими такое положение, на бочок ложись, на правую руку. Сейчас, Никит, сначала прими такое положение. Артем,
Ложись на правую руку, так, на бочок, ложись. Сейчас спросишь, ложись. Опорную ногу, Роман, на правую руку ляжь, пожалуйста. Опорную ногу поставьте вот сюда, за ногу, вот сюда. Нет, на пол, да, на пол. Поставьте. Выпрями ножку. Хорошо. Да. Иван, на правую руку ляжьте все, на правую руку. Роман, на другую руку тебе надо лечь, на правую. А, отставим, все правильно, да. Значит, теперь на другую, парни. На правую руку ляжьте, не на левую, а на правую. Поменяйте свое положение. Но на другую руку ляжьте. Я левша, я не могу. Ты можешь, Максим, ты можешь развернуться, вот туда головой лечь. Макс, парни, пожалуйста. Ром, ляжь на спину. На меня посмотрите. Ляжьте все вот так. Вот так. Вот так. На правую руку. Вот так. Легли? Ром, ногу опусти, чтобы видели. Опусти ногу. Легли? На меня посмотрите. А теперь вам надо сделать такое действие. Подняться на локте и на ноге. И поднять руку. Держим. Нормальное положение же, правильно? Давай, поднялись. Да, Миша, да. Макс, да, держим, да. Иван, держим. Никита, держим. На правый. Нет, я сказал вот так делать. Перевернись на другую сторону. На другую сторону перевернись. Ты можешь развернуться ногами к ребятам, чтобы видеть. Парни, держим. Подняли, держим. Миша. Нет, держим. Максим, я что сказал делать? Подняли, держим. Держим, держим. Держим. Иван, держим. Никита, держим. Сейчас кто заговорит, то отжимание всем. Держим. И товарищи не считаются. Держим. Держим. И я тоже не считаю. Держим. Нет, Никит, надо опорной ногой. Посмотри на Макара. Молодец. Макс, поднимись, пожалуйста. Миша, покажи, как надо. Макар, поднимись. Иван, Артем. Держим. Парни, держим. 100 отжиманий, поехали, упор лежа принять, с колен 100 отжиманий, всем. Я же сказал, кто заговорит, 100 отжиманий. С коленок 100 отжиманий. Но, друзья мои, здорово. Но, парни, отжимаетесь вот так. А у нас один за всех, все заодно. Смотрите, как отжимаетесь. Ребята, Максим, Миша, упор лежа принять. Мишань, давай. Мы сейчас будем интересно отжиматься вашими любимыми лопочками. 100 отжиманий, поехали. Понеслась, 100 хлопков вам надо сделать. 100 хлопков, нет, в отжимании. Поехали. Артем, включи свет, пожалуйста. Парни, хорош. Сейчас, смотрите, заговорите, сейчас еще плюс 100 будет. Нет, Максим, нет. Одно отжимание, один хлопок. Одно... Роман, не считается. Одно отжимание, один хлопок. Максим, здоров. Парни, поехали. Еще плюс 100 отжиманий. Поехали. 180 отжиманий вам надо сделать. Сергей Геннадьевич, 2000. А, сейчас, положи секундочку. Ага. Секундочку. Все. Погоди, пойдем. Парни, сделаем еще 100. Взрослые пришли, сейчас за вами будут считать, и тогда вам не получится, Димарик, здоров. А это он очень парень такой, интеллигентный. Просочился, да, Димарик? Так, сейчас. Никитос, ты вообще деловой такой, на телефоне, и все. Ну, вообще, ты бизнес ведешь свой, что ли? Да? Так. Ага, да, вот 5 числа кончили заниматься. Ага. Так. Две, да? Считайте, две. Лови. Две. Ага. 11 заниматься, так? Артем, Носков, иди на температуру, пожалуйста. Градусик забыл, погоди. Артем, ну маму отпусти домой, братан. Нет? Просто, может быть, Артёминой маме надо там к празднику подготовиться, что-то такое, салат там сделать, нет?
Или ты ей... сделала. А, сделала уже? Сейчас, Артем, погоди. Давай, фамилия, имя, отчество, Иван. Здорово, фамилия, имя, отчество, громко отчеркиваю. Васко, Александрович. Александрович. Ручку. Артем Александрович, как снимаешься? Хорошо. Молодец, занимайся. Что, Макар, говоришь? Я понял, я видел, Макар, я видел. Ребят, взрослые, у нас 4 взрослых. Парни, малыши, погодите, погодите, погодите. У нас, обратите внимание, пожалуйста, 4 ваших старших брата, да, подошли? Вот сейчас, пожалуйста. 6, 7, ладно. А, Роман, ты... с Артемом и Макар, ты с Артемом, с Маркушовым, бегом к нему, бегом к нему. Диману самых интересных я подготовил. Диману самых интересных, да, Диман, братан, потому что ты самый философский склад ума. А, ты сможешь им объяснить поспокойнее. Никита понервичнее, Иван, Иван, я думаю, он раскроет себя в воспитании. Максим, остановись. Максим. Артем, пожалуйста, подойдите один к Ване, один к Никите. Вот Иван, Макс, вот Иван сзади тебя. Вот. Никит, руку подними, пожалуйста. Вот Никита, Артем, подходи к Никите, он в белой футболке. Можно я сам? Сам выберешь? Да. Ну сам выбирай, с кем нет, ты. Нет, один. А, нет, надо со взрослыми. А мне с кем вставать? А тебе, Никита, иди, пожалуйста, к Диме, который вот бьет столб. Иван, иди к Диме, который бьет столб. Миша Бибин. Ты подходи, пожалуйста, вот Никита в белой футболке. Руку махни, Никита, пожалуйста, подходи к нему. Задача, пожалуйста, взрослые парни, взрослые. У вас есть каждый из ваших воспитанников. Иван, Макс нормалек делает, тебе повезло, реально. Максим четко может. Парни, взрослые, пожалуйста, сейчас. Первое. Каждого из вас у нас, получается, сейчас будет 4 площадки. Первая площадка. Маркушов, Артем. Это с ребятами подтягивание. Вторая площадка. Кулагин Никита. Это с ребятами отжимания на брусьях, на тех. Только знаешь, Никитос, чтобы они ногами упирались вот в эту перекладину, где стоит Артем. И мат постели, Никит, пожалуйста, один под брусья. Мат постели. Диман. Димарик, да, Диман. Все правильно, Диман. Все про Никита. Моисеенко. Все, послушай его, послушай. Иван. Иван. Не, от Димы не отходи. Диман. У тебя к ним подъем ног на перекладинах вис. Что это такое? Иван. Дим, ты слышал меня? Подъем ног у них для тебя. Подъем ног. Вань. Да, нет, им 10-9. Иван. Для тебя с Максом... Ой, отставить. Да, Иван, ты с Максимом же? Для тебя передний вис вот на этой стоечке. Да. Максим, иди с Иваном, стоечки ставь. Для тебя одна, для тебя одна, для него. Максим, слушай, пожалуйста, внимательно. Парни, поехали. А, малышам, малышам 10, 9, 8, 7, 6 лесенка. Для взрослых 10, 8. Дим, Дим. Дим, отведи их к лесенке, пусть они у лесенки поднимают ноги. Один с одной стороны, другой с другой стороны. У лесенки, прям вот лесенка. Да, один с одной стороны, другой с другой. 10, 9, 8 для малышей, для вас шаг 2. Иван, для тебя просто попытки, там хотя бы удержание по паре секунд. Максиму прям объясни, что надо делать. Как вот ты сам обучался, как ты сам осваивал передний вис, закрытый там и все дела. Макс, Ваня, послушай внимательно. А другого с другой стороны. Да, Никита, высоко не надо залезать. Никита, спустись ниже. Никита, будь там. Никита, вернись туда. Нет, я Никит, я другому Никите. На тебя же я не буду так голос повышать, правильно? Ты... Блин, ладно, как вас определить? Моисеенко и Кулагин, мне хочется по именам к вам обращаться. Короче, старший Никита – это старший, а младший – это младший Никита. Артем, рядом с Никитой будь, пожалуйста, с Кулагином. Да, тебе надо будет отжиматься от брусьев. Никит, Кулагин, постели, пожалуйста, второй мат желтый под турники.
Макару и Роману надо подтягиваться так же высоко, как Артем подтягивает. Не-не-не-не-не, Никит, под брусья постели, под брусья. Не, прости, да, под брусья. Роману и Макару надо подтягиваться так же высоко, как Артему. Выше рви прям. Дим, пусть хотя бы коленки поднимает. Хотя бы колени пусть поднимает. Не кидать вообще, не надо. Никит, надо не аккуратно ноги опускать. Посмотри на Ваню или на Диму, посмотри, да. Бросать не надо. Моисеенко, Никита, иди на лесенку. Иван, делай спокойно. Не нервируйте Дмитрия, а то он сейчас будет распереживается, в общем, не надо. Никит, не бросай. Не спрашивайте у друг друга, сколько осталось, делайте сами. Миша Бибин, не балуйся, пожалуйста. Макс, ну таз вперед выводи, Макс. Да, таз вперед выводи. Да-да, руки распрями. Распрями. Во. Оттягивайся головой к стене. Не-не-не, ручки распрями. Сейчас смотри, Максим, посмотри на Ивана. Сейчас что я сделаю. Смотри. Смотри внимательно. Вот такое действие он поделает. Понял что, да? Тебе надо руки распрямлять. Вот туда я имею в виду, головой к стене, понял? А ты его спокойно покачаешь, чтобы тебе надо выдержать. Прям смело от себя отталкиваешь перекладину. Четкое упражнение, знаешь, какая штука? Не каждый взрослый может сделать, а ты, Максим, очень быстро освоишь. Выпрямляйся, ручки распрями. Во, во-во-во. Прямые руки. К стене тянись, да. Тяни к стене головой. Качай спину, да-да-да-да-да. Во, да, ровно, да. Сейчас у тебя будет отталкивать потихонечку, ты руки держись. Никитос, если тебя родители заставляют заниматься, звони бате. Я знаю, Диман. Никит, тебе надо поблагодарить своего батю, матушку, бабульку, дедульку за то, что тебе дают возможность. Вообще родился ты. И каждый из нас должен быть благодарен своим родным, что нам дают возможность здесь находиться и общаться друг с другом. А ты хулиганишь, братан. Не хулигань. Макс, терпи. Если тяжело две ноги, одну ногу тебе Иван показывал, упрощенный вариант. Одну ножку можешь коленки подогнуть, ой, колено и груди подогнуть. Максим, а попробуй, смотри, когда Иван тебя будет покачивать, попробуй на прямых руках сделать что-то типа склепочки и подтянуться на перекладину. Ваня будет держать стойку, чтобы ты не завалился, да, покачивать тебя. А тебе надо будет качнуться и грудью к перекладине подняться. Да. Сейчас на прямые ручки, выпрямляй руки, напрягай живот. Сейчас тяни, да-да-да-да, еще, молодец. О, вот. Парни, ускорьте, пожалуйста. Кто доделал, меняются площадками. Кто доделал, меняются площадками. На каждую площадку 5 минут выделяется, на этом разминка заканчивается. Я думаю, силовая закончится. У вас еще 2 минуты, парни. Миша Бибин, пониже, пожалуйста. Пониже, пожалуйста. Во-во, молодец. Никит, понаблюдай, да, как Мишанька у него там получается. Парни, у вас 2 минуты у всех, потом смена площадок. Закончили, не закончили, неважно, потом площадки будут меняться. Thank you.
Парни, одна минута осталась. Быстрее, Ром, не надо фехтовальщиков взглядом этот, прокалывать. Рома, доделывай. Осталась одна минута, парни. Потом смена площадки идет. На каждую площадку будет 5 минут. И потом переходите на основные действия. Иван, быстрее делай. Иван, Ваня, быстрее. Но, друзья мои, вы не просто поменяетесь площадками, а еще вы поменяетесь исполнителями. Потерпи, пожалуйста, Артем. А я вам все сделал. Все сделал, сейчас на другую площадку перейдешь, потерпи немножко. Иди к своему воспитателю, иди, подходи к Никите. Поблагодари, что он тебе помог. Парни, меняйтесь площадками и меняйтесь воспитанниками. То есть переходит, например, Никита переходит на место Артема, Артем на место Ивана, Иван на место Димы. И вы еще меняетесь воспитанниками. Все, поменялись. Поменялись, парни. Иван, ты, например, идешь на место Димарика. Макс, ты тоже на другую площадку переходишь. Никит, Моисеенко, иди сюда. Моисеенко, Никита, иди сюда. Нет, Иван, пусть там. Парни, поменялись площадками и воспитанниками. Позвони бать, скажи, что ты устал. Почему я устал? Не устал. Ты вроде не хочешь делать, там, упражнения, говоришь, что устал. Нет? Я ничего нормально не говорил. Все? Нормально все? Да, у меня просто руки сейчас немного болят. Переходи на другое место. Мне просто вот это уже начинает. Потерпи немножко, потерпи. Парни, поменялись площадками и воспитанниками, пожалуйста. Никитос, Кулагин. Заканчивайте, меняйтесь площадками и воспитанниками. Ты уже других взял? Все. Иван. Тоже бери кого-нибудь других и площадку меняйся. Дим, иди на передний виз. Иван, иди на туда, пожалуйста, на лесенку. Артем, Миша, Бибин, идите сюда. К Дмитрию идите. А, нет, Миша, Бибин, иди один. Артем, оставайся там с Максом. Миша, Бибин, иди сюда. К Диману иди. Дим, передний виз на маленьких стойках. Разные. Упрощенный, закрытый, открытый. И потом с покачиванием. Миша, Бибин, посмотри, сейчас как Дмитрий сделает. Макс, Артем, иди тоже пока туда, к Ивану. Подъем ног, да, иди подъем ног. Миша, смотри, Бибин, внимательно. Вот сейчас смотри, Мишань. Сейчас тебя Дима будет держать стойку и держать тебя под ноги. И ты должен исполнять его указания. Четко, понял? Нет, не так, Мишань. Сейчас посмотри на Дмитрия, посмотри. Заметь, он тянется головой к стене. Ничего не делай, посмотри на него. Руки прямые, он тянется головой к стене, а ногами к другой стене, он вытягивается. Ножки ты можешь одну ногу согнуть и сделать упор в перекладину, чтобы тебе удобнее было. Сейчас Дмитрий тебе поможет. Мишань, не дергайся сам. Он сейчас тебя выпрямит полностью. Диман, стойку держи одной рукой, а другой рукой под ноги его. Никита, выше. Моисеенко, выше, Никита. Иван, терпи, Ваня, терпи. Бицуха растет, все, спина растет, терпи. Ваня, ты не можешь решить, зачем тебе?
Я сразу три сделал. Держи. Машкина. Иван, надо терпеть. Ты Артема послушай, надо терпеть. Терпи, ладно? Ручки. Сжимай, разжимай. Понимаете, мне тяжело. Очень понимаю. Давай, фамилию ночью, громко отчетывай. Саламатов Иван Алексеевич. Иван Алексеевич, я верю, что тяжело. Братан, потерпеть надо немножко, правильно? Зато мощный потом будешь, сильный, спокойный. Да? Все, не переживай, иди. Артем плохого не посоветует. Парни молодцы, они вам помогают. Артем, сейчас посмотри, что будет делать. Упорчик, сделайте согнутым коленком упор в перекладину. Потерпи чуть-чуть, сейчас поменяйте. Я очень пить хочу. Можно чуть-чуть? Никита, потерпи, осталась одна минута. Парни, осталась одна минута. Потерпи, одна минута. Делай обратный отсчет. Я не могу потерпеть. Носом, стоп. Спокойся. Осталось 30 секунд, потерпи. Иди к Артему, один раз подтянись. Или сколько там у тебя скажешь, ты потом попьешь. Парни, осталась одна минута. Площадки закончите. Перед сменой попить, умыться в туалет можно будет. Перерыв 5-минутный сделать. Дим, подними его за ногу, пожалуйста. Артем, руки выпрямляй. Ногу как можно сильнее к себе притяни, так будет легче. Потому что у тебя... Миша, не завали. У тебя уйдет. Сейчас, Дим, парень, Миша и Артем, отодвиньте в ту сторону. Смотрите, отодвиньте, пожалуйста. Смотрите внимательно, вот нет, просто посмотрите. Вот это сейчас принимает положение, перейдем две ноги, выпрямляйте. Вот смотрите. Смотрите, я сейчас он вам будет делать. Вы руками отталкиваетесь. Ясно? То есть сейчас вы сделаете по 10 качаний, потом попите в туалет. Перерыв 5-минутный. Нет, даже сначала давайте перерыв, потом доделаете. Парни, перерыв. 5 минут. Попить, умыться в туалет. Миша Бибин, аккуратно. Попить, умыться в туалет. 5 минут. Мы укладываемся. Время 37 минут 7. Очень даже успеваем. Попить, умыться в туалет. Сергей Геннадьевич, куда элемент? Сейчас, подожди. Если я буду группироваться, будет на 100 отжиманий? Я все сделаю. Посмотрим. Попить, умыться в туалет. Сделаю. Молодец. Все, перерыв. Взрослые малыши, перерыв 5 минут. Если я буду группироваться, то сразу на 100 отжиманий, да? Ну, можно и на 200 отжиманий, если захочешь. Почему? Просто так, чтобы ты сильный был. Вот сюда не ставь, пожалуйста, можешь стаканчик куда не старайся в руках все делать, ладно? Да, разливать не надо. Никита, не выдохлёб. Бутылку, парни, бутылки стоять, попей, закрой и отжимайся. За то, что ты пролил воду. А сколько? Сколько надо, столько будешь отжиматься. Не выдохлёб. Бутылку крепко закрывай. Парни, бутылки крепко закрывайте, отставить. Никит, не надо, не надо, много, не надо, живот заболит, Никитос. Телефон зарядка. Макс, хорош. Хорош, я сказал, отдыхать 5 минут, Миша Бибин. Никит, закрой, пожалуйста, бутылку. Иди сюда, Никит Моисеенко, закрой бутылку, убрал. Иди сюда. Держи тряпочку, где пролил, вытирай. Тряпка чистая. Вытри хорошо, пожалуйста. А мне надо так делать после туалета? Кто испачкает, тот будет так делать. Все. Хорошо протер? Да. Честно? Да. Сухое там? Да. Молодец. Иван, посмотри, пожалуйста, он хорошо протер? Сзади тебя, на полу. Никита, воду пролил, хорошо? Протер? Не видно мокрого пятна? На, Никита, вытри, пожалуйста. Вытри четко. Больно? Да. А мне надо как Максу делать? Все, вытер? Точно, да. Никит? Я хочу вам сказать, надо мне как Максу?
Я на микрофон все делаю. Да, вы сейчас будете делать. А салфетки просто так свои взял. Вы смаркивайся, вымывая руки. Почему просто так? Ребятня, давайте, осталось. Первая не работает, вторая, кажется. Ребятня, осталось последний заход. Еще раз надо поменяться. Вставляй. Еще раз надо поменяться площадками и воспитателями. Поехали. Остался последний заход, парни. Последняя смена площадкой и воспитателями. Парни, взрослые, разбирайте их, пожалуйста. Макар и Роман навис. Максим с Иваном на отжимание от брусьев. Макс. Миша Бибин на подъем ног. Это Никита Моисеенко. Макар и Роман, вис. Парни, стоп. Сейчас, воспитатель. Ром, кто ваш воспитатель? Зови. А я сделал. Тебе подъем ног. Я сделал уже. Ты делал подъем ног? Да. Серьезно? Тогда вис сейчас будешь делать. А, подтягивание, братан, да? Подтягивание. А сколько делать? Со взрослыми. Здрасте. С тобой Никита вот. Никита, ничего, так что давление, погода, походу. Дим, забирай кого-нибудь, кого там. Артем, стойку придержи, пожалуйста. Обоим. Да. Парни, разошлись по площадкам. Петру, выручай. Я пойду за фотку запишу. Смотри, Никита Моисеенко сразу ушел подальше, туда спрятался. Че, Артем, Никитос? Сейчас вы такое потренируете сначала несколько секунд, потом будете одну ногу выпрямлять, потом две ноги выпрямите. Парни, пожалуйста, разберите парней по площадкам. Взрослые, разберите малышей по площадкам. Последний подход. Иван, забирай кого-нибудь. Никит, забирай. Никитос, на подъем ног забери кого-нибудь. На турнике? Все, я понял. Иван, у тебя тоже на турнике? У меня уже пятый десятый. Шестой. Ты столько трясешь. Все правильно, Максим, контролируй. Если кто-то хитрит, или сами себя не хитрите. Ваня, быстрее, брат, быстрее. Нет, вот туда. Кто твой наставник? Беги туда. Иван, у тебя отжимания от брусьев, да? А тебе сейчас поможет. Погоди, ты не умеешь отжиматься на большом? Да. Тебе надо от брусьев отжиматься? Ты же вроде отжимался. Да. А, ты про подтягивание? Ну смотри, тебе с кем подтягивать? Пробуйте просто. Молодец, пусть отжимается. Пожалуйста, Артем, подтягивается. А типа как на подъем с первого раза? Да, сюда повесь, пожалуйста. Ну это должно пока трудно, вот так вот, вот так неси, Макар. И ты тоже, Ваня. Да. Сейчас сразу спрашивай. Нет. Туда ноги не закидывай, чтобы не сядут. Хорошо, они же дебили. Неси, вот так, да. Молодец. Неси, просто падай. Контролируйте свои эмоции, друзья мои. Не падайте. Почему сразу? Роман, не падайте. Можете, у вас сил хватает. Почему они все силы? Макар, не падайте. Зачем вы так? Вам, Артем, не зря замечание делать, не падайте. Вот, держи, видишь, ты можешь держать, а Макар также. Вот, держи. Ноги туда на турник ощутят, как бы не бережи. Зачем вот прогиб делать? Не делай прогиб. Нет. Вот, повесим вот так. Что у тебя, Петрух, 8 числа? Я завтра дома. Просто вот так сложно. Нет, дома завтра поем, мам поздравляю. От 9-го пойдем на игры Растеряева. А приезжает сарать? Да, филармония будет.
что там бизнес? От 1500 там и до 5000. Зачем ты ноги упрямляешь? У тебя в животе не должны быть просто так согнуты. Круто. И виси. Да, значит, мне 23 подарила. Ну, купила билет и говорит, с 9-го, говорит, ты не в наряд? Я говорю, нет, а что, говорю, ну растеряю, пойдем. Как? Как, говорит, это узнал? Я говорю, как?